Хватит строить планы, мои дорогие. Нужно переходить к решительным действиям. Ну и что же мы делать будем? Как что? Строить тело. И сегодня нас раскачать попробует Екатерина Мерлинг, фитнес-тренер. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, у меня первый вопрос. Вот психологи обычно говорят, нужно принимать себя такой, какая ты есть. Ну, я с этим не согласен. Да. Талгат со мной спорит и говорит, нужно полюбить себя такой, какой ты хочешь стать. Как вы относитесь к этим двум мыслям? Я поддержу Талгата в этом случае. Да. Потому что говорят, да, полюби себя такая, какая ты есть. Но это не всегда срабатывает на жизни. В плане, если девушка... Ну, про девушек, да? В большей степени, конечно. Да. Если девушка ест булочки, при этом стоит перед зеркалом и говорит, ну, я ж... Муж пусть там меня такую любит. Ну, ненадолго. Честно, ненадолго. Угу. То есть ничего, что там, возможно, в зеркало уже девушка не помещается. Да. Там, и продолжает... Я себе нравлюсь и такой. Вот видишь, это неправда. А вот как вы относитесь к тому, что погоня за красивым телом, опять же, в противоположную сторону пойдем сейчас. Девушки наносят вред своему здоровью, сидят на многочисленных диетах. И, кстати, сегодня Международный день борьбы с анорексией. Как вы относитесь к голоданиям, к таким жестким диетам? К голоданиям я отношусь категорично. То есть этого нельзя делать ни в коем случае. Диета, она нужна для достижения какой-то цели. Допустим, у меня это соревнование. Но опять же, мы никогда не голодаем. То есть мы всегда сыты, мы всегда накормлены. А ночью если захочется поесть? Ну, я ночью сплю, если честно. Ночью у нас мальчишки, да, встают, потому что недостаток белка, то есть они кушают. То есть либо это яичные белки, либо это аминокислоты, они встают. Я нет, у меня сон хороший, здоровый. А диета, еще раз повторюсь, она нужна для цели. То есть для обычного человека сидеть на жесткой диете нельзя. Угу. Просто нельзя. Хорошо, вот я периодически посещаю спортзал, периодически. Регулярно периодически. Вот, и у меня накопился ряд вопросов, таких экспресс-вопросов. Вот прошу вас, Екатерина, ответить. Вот можно ли по интернет-курсам все-таки заниматься фитнесом? Потому что времени не всегда хватает все-таки. Это понятно. Так, если комплекс составлен правильно, грамотно, то в принципе можно. Но опять же, технику выполнения упражнений вам интернет не подскажет. То есть это нужен тренер обязательно. А правда ли говорят, что если употреблять добавки для роста мышц, женщины рискуют не иметь детей? Смотря какие добавки, что имеется в виду. Если это будет спортивное питание, то нет. То есть все будет в порядке? Все будет в порядке. Хорошо. Вот Татьяна Курбат, журналистка из Минска, в своей статье сообщила, что у девушек-спортсменок происходит дисбаланс гормонов, нарушается цикл, появляются проблемы со щитовидной железой, страдает психика. Вы согласны с этим? На себе такого не испытывала, честно. Щитовидная железа в порядке, с циклом все хорошо. Если нет, злоупотреблять. То есть если это... в разумных пределах все кушать, то, в принципе, все нормально. Понятно. Ну, если уж так говорить и перейти к честностям, к откровениям, вот вы мне нравитесь. Даже снились сегодня. Вот моему другу не нравитесь. Вот ему нравятся девушки, знаете, как же ты умеешь пышные, комплимент как сделать. Гитары такие, чтобы можно было не просто девушку обнять еще, как закутаться в ту девочку, девушку, которая вот перед зеркалом стоит и кушает булочки. Вопрос, вам зачем бицепсы? Вот мы видим по фотографиям, у вас широкая спина, у вас там груда мышц, кубики. Но опять же, вот это соревновательная форма. То есть я пришла уже сегодня другая. У меня соревнования закончились, начинается межсезон. Мы отъедаемся. То есть мы становимся более округлые. Целлюлит у нас не появляется. Вот. Все подтянуто, ягодицы на месте, бедра на месте. У каждого человека свое мнение. То есть сколько людей, столько мнений. Кому-то нравится вот это, кому-то не нравится. А вот тогда вопрос к кубикам. Вот, насколько я знаю, девушкам нельзя иметь больше 4 кубиков. В основном все люди, в первую очередь мужчины, ну и, конечно же, девушки стремятся к 6. Считается, что если 6 кубиков, все, девушке будет сложно иметь детей, потом забеременеть, родить. Так ли это? Во-первых, определение количества кубиков, это все-таки заложено генетически, да? Это мышцы. То есть, насколько она разделяется, это заложено уже с младенчества. Ну, а насчет родить, не знаю, у меня ребенок, 9 лет, как-то так. Все нормально. Так, ну что, мы будем делать упражнения какие-нибудь для красоты? Я уже вдохновилась. Мне какие-нибудь щадящие.
щадящие. Для бедер. Для можно. Бедер. Да. Исключительное упражнение – это приседание, конечно. В первую очередь это приседание, это база. Угу. Упражнение можно делать как со штангой, с гантелями. Если вы находитесь в тренажерном зале, это можно делать в кроссовере, в блоке. Чтобы снять нагрузку с позвоночника и девочкам, да, чтобы технику показать, я им надаю у блока. Если возможности нет в тренажерный зал ходить, вот я не знаю, конечно, как вы на каблучках это будете. А я могу снять туфли? А давайте. Угу. Все, так, я готова повторять. Лапки выставляем вперед. Так. Животик тянули, спинку держим. Медленно переносим, ножки пошире чуть-чуть поставить. Хорошо. Ага. Таз переносим назад, сгибаем коленочки. Еще таз назад. Это чисто женское упражнение? Нет, это мужское. Давайте я покажу еще раз. Да, я все-таки не так как-то делаю, да? Ручки вытянули, спинка вперед, вес тела уходит на пятки, таз уводим назад, так, чтобы колено у нас не выходило за носок. И сколько раз так надо приседать? Например, если я буду весь день там, приседать, потом ну, выйду такой стакачанный ногами. С мальчишками это немножко другая история, потому что мальчики, все-таки это у нас развитие силы. С девчонками, да, с девчонками чуть посложнее, потому что нам нужно скорректировать фигуру, нам нужно убрать лишние жировые отложения, и чтобы мышцы пришли в тонус. То есть эта работа идет с меньшими весами, но на большое количество повторений. На приседании я девочкам своим даю от 20 до 30. Еще шикарное упражнение – это выпады. Прорабатывается все бедро и ягодичная мышца. Можно делать в различных вариациях, либо шаговый вариант, то есть ножки вместе, отягощение в лапках. Допустим, если мы занимаемся дома, то это бутылочки с водой. Шагаем назад, вес тела переносим в пятку, чтобы колено не выходило за носок. Еще центр тяжести посередине. И на выдохе встаем. И делаем шаг назад. Вдох. Колено. И на выдохе встаем. Именно в таком темпе можно ехать. Начало положено, да? Да. Можно ехать в газели, да? А почему стоя, не да, да, стоя? Сразу совмещать приятное с полезным. Или а на остановку можно идти, ну, не так, тогда, может быть, выпады вперед. Вот, вперед, и на остановку так, да. Хоп, прям вот. Ну что, не останавливаемся прямо сейчас, продолжаем делать упражнения и смотрим новости на 12-м канале.